Забирайте у Фортуна. О, Дима там спас сейчас. Было пару, Ростик не пробил эти. Ростик не пробил такие ярмарки. Но Ростику надо еще это, он сколько не играл. В форму входить, ну, потихонечку. Да. Он уже, смотри, как бегает, молодец. Ну, как бы у нас, в принципе. Ну, вначале мы хорошо его возили, конечно. У вас больше было. Ну, у них столько моментов, как они не ведут. Должны, по идее, были вести. Ага. Блин, так далеко не видно, знаешь, камера нужна такая, чтобы прямо это. Не, так он как мог. Что там, ему тяжело было из борьбы. На пасы, ребят, смотрите. Да, распасы, на распасах. О, хорош. В касание такое. Сразу двоих это самое вытащил. Фига себе, нормально. Ростик, да, ты видел, да? Не, не, так ему, он не ждал. Он не ждал нифига. А, рука? Да. Бляха, муха, блин. Но он не ждал, он как, откуда он там ждал, блин, что такой удар будет? Хорошо, Ростик, дальше, молодец, забьешь ты. Ну это так, Саню пустил это до. Да, Сань, Сань! Ух ты, Леха, там классно как. Сзади тебя, Шурик, Шурик, сзади! Ну-ну-ну, что зевай! Блин, а неплохо было, да. Если бы Дима туда вышел, то было бы. Было бы неплохо очень. 3-3 пока. Да. И солнышко, да, эх, эх, погодка футбольная, классно. Главное, не днем, когда это самое, когда жара. Нормально так проводил, виртуально. Фига себе, Ростик там подбирает, да. Не-не, его как раз это. Кто забил его, кстати, голы? Саня. Саня. Этот самый Володя. Я. Володька забил. Надо было вправо давать, Пашка. Там тоже стоял и Яков, и Ральф. Они интереснее стояли. Так, ну что, теперь синие должны забивать. Эх, по центру там никого. Ну летят сейчас втроем, конечно. Яков, блин, не надо было пропускать. Спасибо. Открывайтесь, ребята, открывайтесь. Нормально. Хорош, Саня, почти зашел. Если бы попал в девятку, Дима не доставал там. Дима так рукой проводил. Неплохо, Саня. Яков там начинает. На мой взгляд, очень неплохо ударил. Вышел, прошел, прокинул. Слева, Саша. Бля, дверь, ну очень долго, ну пипец. Так а что, так никого нет.
Ну играй сегодня просто. Дай назад. Еще Сюра, Сюра, Сюра. Ой, Лёха. Макс, Макс. Макс, Макс. Макс, Макс. Центр, центр, помогай. Классная волочка. Не знаю, видно ли было. Вау, Ростик обманул Макса, как фига себе. Фига себе, в опорную ногу и сразу побежал. Неплохо, Володя, неплохо ушел ты от них. Двое тебя там держали. Вот тут тяжело было что-то тянуть. Нет, так это что? Туда поднялось, где не это самое. Удар в эту скользкую землю по траве. Когда ты его увидел уже, там уже тут там сколько? 4 метра, не больше. Юмор. Пас, пас на Якова. На Якова? О. Хорош. Не-не, еще раз так же. Валера закрыт. Во, вот Валерка, блин, закрытый стоит. Хорош, Саня. Почистил. Так, давайте, синие, соберитесь. Нормально. Не ушел, не ушел. Леха, Леха идет. Блин, надо было Шурику давать. Раз уж так остановил, надо было Шурику. Центр есть, центр есть. А точнее, Шур, блядь! Где ворота стоит? Посмотри, посмотри! Блин, неудобный пас. Забивай! Блин. Сразу, сразу! Давай, давай! Все, один! Ну, бля, ну такие шансы, конечно, надо реализовывать. Хорош, Пашка. Не, ну он надеялся, что пролезет. У Димы там пролезло, а у Юры не пролезает. Нормально закрыл, блин. Юра там все было, все опции были. Он выбрал самую неудачную. Да скользко просто немножко уже. Неплохо. Зайцы побежали там такие. И ты ударил вперед. Просто ударил. Защитника через ворота. Играй, играй. Давай, Не-не, не ушел. На мой взгляд, не ушел. Ну, за воротами сейчас. Играй. Да, мне тоже кажется, он должен целиком пересечь, он не пересек. Да, Димка думал, что интересно было. Какой тонкий. Тонкий многоходовочкой. Пас. Фига себе. Не-не-не, там. Тяжело было. Помоги, помоги.
Фига себе, Саня почти забил. Классно. Только что было 3-3, уже сколько? 6-3, да? Полтора часа мы вели. Нормально. Максу зашло. Макс в восторге. На, и блин, и обрезался. И не успеть уже. Пашка лучший. Яков классно. Давайте вперед, синие. Покажите, что и вы можете. Да, 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 надо было и на Володю пас в итоге так пришел. Давай, 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 Володя, вытаскивай. Удар. Хорош. Ручки нет. Мне казалось, ручки были. Ну, как бы он там плечом входил в это самое. Нет, было неплохо разыграно. Зря Володька уже забрал, можно было уже спокойно. Леха, Леха здесь. Хорош, хорош, хорош. Да, тоже, тоже было классно, Димка выложил ему. Молодец, занял. Не-не, он попал бы, если бы Леха бил в это самое, точно он бы попал. Рафи не мешал ему. Там Димка выложил классно. Гол, гол, нет? Надо таким же поворотом, знаешь, такой, чтобы скользище, чтобы это сильно будет. Хорош, Пашка, лучший. Без Пашки вы бы не могли вообще ни хрена. Володька убежать. О, классно, классно обокрал. Ну, 4-2, 4-3. Да-да-да. Да, блядь, давайте уже. Задизнули. Саня на дальний, блядь, на дальний. Ёперный театр. Получи теперь контракаку. Хорошо, Валера, это. Он такой, не знаю, видно на камере или нет. Я чувствую, я того, кого надо, снимал. Да. Я бы не шлехт инфетайдигун. Так, таком и диштексе, зуцезаген, он дешафтан. Дино хаус... Глайштеллинг цу бринген. Азаус ты биланс. Полминуты, да, точно. Летце хальбе минута. Ты, блядь, ты должен быть удален за это, за свои, блядь, не... Они это, не Володя, блядь. Так, давай по низу. По низу сильно. Сильно. Юра любит такие. Нет, это уже все заживал. Уже 8 игроков вокруг него. Да. Уже ждали. Блин, Валерка. Все, останавливаем запись. А, последний угловой еще. Ну, давайте посмотрим. О. Поворотом, поворотом. Блин, это бесполезно все. О. Ну,
Все, так. Okay. Super good. Okay.